адресов? Это большая площадь, это один квартал. Квартал Кузина, в домовладении, которое потоплено в настоящий момент, составляет 1.5 метра. От метра до 1.5. Спасибо, ребята, что приехали. Стоят сколько там 4 машины. Очень надеемся, что вода уйдет. Мы 2 суток уже с этой водой находимся. И еще приехали, у нас там на кабеле упало сухое дерево, они отпилили нам. Тоже огромная благодарность, очень страшно выходить на улицу было. 5-я машина. Каждая машина на 15 кубов, 5 кубов насчитать, 75 кубов не уже вынесли. Спасибо, говорят, конечно, вот одни, даже бабушка пирожки нам приносила. Молодцы, молодцы. А нефтегаз, где только что-то случается, там нефтегаз всегда помогает, так что уже не первый раз. И воду возили по поселку, где воды ничего не было. Так что... Не привыкать. Не привыкать. Надо помогать, не помогать. Ну, мы просто надеемся, как делать. Надеемся, ну, вода стала ходить. Потому что было больше. Если лет не будет прибавляться, сюда уходит вода. Воды было значительно больше. Но то есть помпа заработала? Да, помпа заработала, вода стала ходить.